банкетку опустите, пожалуйста. Банкетку. Софли, да, знаю. Давайте. Только в какой-то анамнезе мы ее будем. Ага. А будто она не в до миноре написана изначально была. Значит, до миноре играла. Вон. Софли, да? Софли. Ну, сыграй вступление тогда, мы за тобой. Вы до конца пустите, пожалуйста. До конца, до конца. Все, хватит.
Да, да, сейчас Серега будет, да? Мы представлять Бог. Серега, здорово. Ну, это другой Серега. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем замечательным музыкантам. В первую очередь трио Олега Бутмана, Натальи Смирновой-Бутман и Григория Зайцева-Бутман. Сейчас на сцену выходит Эдуард Зизак-Бутман, Олег Акуратов-Бутман, Евгений Побожий Бутман. Хотя куда? Куда? А есть? А гитарный есть? И Сергей Корчагин Бутман. Сейчас. Дорогие друзья, просто мы сейчас для вас сыграем несколько композиций нашим квинтетом. Нам не досталось сегодня ни одной большой в этот фестиваль ни одной большой площадки, поэтому единственная большая площадка, которая осталась, на которой мы можем с согласия хозяина сыграть, это джаз-клуб BBC. Сегодня специально для вас мы сыграем нашим квинтетом. И Олег Акуратов споет, и Евгений Побожий сыграет. Ну и вообще, о, тенора 21-го, я даже сказал, 22 века пришли. Вы же живучие. Дорогие друзья, подтягивается тяжелая, в хорошем смысле, артиллерия 4-5. Всемирного искусства. Давайте пока есть время, поприветствуем художественного и музыкального руководителя образовательного центра «Сириус», нашего друга Ханса Фрая. Ханс Фрай. Сегодня тоже, поэтому это придает нашему мероприятию международный уровень. Единственный представитель Германии сегодня здесь отвечает за все. И, кстати, пиво, которое он заказал, я попробовал, оно удивительное. Немцам всегда приносят пиво здесь лучше, чем простым людям. Ну, просто надо говорить «иншульдиген бир плиз». Биттер бир. И все. И тогда вам приносят нормальное пиво. Поэтому заказывайте. Очень вкусное. Специально. Жень, ты где? Вот что еще здесь хорошее? Люля очень вкусные. Я уже не говорю о сациви. Курица. Она еще сегодня утром бегала. А сегодня она уже на столе лежит. Итак, мы начнем с композиции, которую мы очень любим играть. Она вошла в наш репертуар не так давно, но очень уверенно. Хотя эту композицию я услышал первый раз в 1983 году, за 10 лет до рождения. В общем, неважно. И она мне так понравилась, что через много лет мы вновь стали ее играть. Итак, Стив Свалоу, замечательный композитор, контрабасист и бас-гитарист, написал песню, которую называл «Falling Grace», влюбляясь со всей грацией. Мы с тобой начинали.
Thank you.
Спасибо большое. Сергей Корчагин, контрабас. Олег Акуратов, фортепиано. Евгений Побожий, гитара. Эдуард Зизак, барабаны. Thank you.
Baby, I love you. Yeah. Baby, I need you. In the morning when the sun goes by. In the moonlight, oh my honey pie, I'm thinking of you. Baby, don't you know how much I love you? Yes, I do. Baby, I love you. Baby, I need you, yeah. When I'm working on the night of fire, been working 'cause you on my mind. We dining at the fancy place. I forgot to be, 'cause I'm so busy looking at your face. The exposition is too hard to inspire. Definition is that you're gonna be mine forever. Oh, pretty baby, you know you drive me crazy, and I can't. Олег Акуратов, Евгений Побожий, Сергей Корчагин, Эдуард Зизак. А мы сейчас бы хотели пригласить на эту сцену несколько музыкантов из джаз-оркестра под управлением. Где они? Они пьют. Вот невозможно оставить на секунду. Где они? Невозможно оставить. Антон Чекуров. Антон Чекуров здесь. Антон Чекуров. Раз. Антон Чекуров. Два. Антон Чекуров. Три. В оркестре
объединение музыкальных ансамблей появился новый саксофонист. Понятно. Ну ладно, тогда без них. Без них лучше. Down along the ground that runs to sea. Now listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. I said, gone my lover's dream, lovely summer dream. Gonna left me here to whip my dear into the stream. Sad as I can be, hear the willow and weep for me. Now listen to the wind and say that love is sin. Starry light, so none will find me sighing and crying alone. Weeping willow tree, weep in sympathy, and you'll bend your branches down along the ground and cover me. When the shadows fall, I see we. For me.
Олег Акуратов. Дорогие друзья, ну вот и подошли наши замечательные музыканты, которых я вызывал. Антон Чекуров, Илья Морозов. Сейчас еще идет Александр Довгополый. Мы сыграем такой небольшой джем-сейшн с участниками Московского джаз-оркестра. Споет Олег Акуратов замечательную песню «Караван». Она еще не единожды прозвучит в BBC джаз-клубе. Пока будет существовать клуб, столько и будет исполняться «Караван», потому что без него никуда. Как говорится, как без воды ни туда, ни сюда, так без «Каравана». Итак, «Караван». So bright, the mystery of the magic light that shines upon a caravan. Stars create a band up in the sky, for men to journey by. Ain't got no desert caravan. Thank you.
Thank you.
Shine so bright. So a little bit of secret life and where it go. Find a secret no one knows. The stars are shine upon a within a desert caravan. Спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья. Спасибо большое. Олег Акуратов. 25-го, то есть завтра, в культурном центре концертного зала «Сириус» выступает сольный концерт Олега Акуратова, его трио. А также завтра московский. В это же время у вас есть выбор. Раньше выбора не было, сейчас есть выбор. А завтра также в фестивальном в 7 часов концерт Лариса Долина с оркестром нашим и Валерий Сюткин без нашего оркестра. Дорогие друзья, Валерий Сюткин поет великолепный джаз на русском языке. Лариса Санна поет великолепный джаз на языке английском. Так что сейчас небольшой перерыв. На сцену возвращается трио Олега Бутмана и Джем Сейшн в полном разгаре. Мы еще все увидимся. Эти музыканты не уходят. Они просто подойдут попозже.
Спасибо, дорогие друзья. Давайте выпьем. Такое событие, так хорошо в Сочи 24 сентября. Да, давайте. Что-нибудь пожестче такое. По-джазовому.